привет, YouTube. Итак, сезон открыт. Вернее, продолжение открытия 18. Есть уже находочки. Сейчас посмотрим. Опаньки, что это за монетка? Очки я забыл. По-моему, ходячка. Не. О! Серебришка. А я думал, ходячка. Нормально. Вот такая монеточка. Видно, что царь. Сейчас почистим. Итак, судя, ну оттирать сидеть смысла нет. Время это занимает. В общем, это 10 копеечек. 1800, насколько я разглядел, 99. Ищем дальше. Оп! Так, очередная находочка. Эх, забыл я стабилизатор для камеры. Итак, вот он, крест. Ух ты ж, целый. Отличненько. Вот это находочка. И ушко целое. Почистим, посмотрим поближе. Забираем. Оп. Думал, я золото нашел, а оказалось, нет. Милицейское золото. Походу, это с погон. А сохран вообще идеальный. Может, она золотая? Штамп. 73. Не понял. Золотая пуговица, что ли? Ну что? В общем, это с погон, по-моему. Или прокурорских, или милицейских, советских. О, вот такая вот находочка. Ну что, забираем? Опаньки! Так, очередная находочка. Погода сменилась. И вот она. Выскочила монета. Вроде монета. Совет? Нет, не пойму. Совет. Какой щитовик. Ладно, ототрем, покажем. Забираем. Опа. Итак, когда-то здесь жили, но все уже сдвинули. Вот и находочка моя. Вот она. Половинка креста. Еле нашел. Чем хорош пин? Такой крестик. Правда, уже поломанный. Ну ничего, забираем. Оп. И снова очередная находочка. Поближе. Вот он. Крест. Не испортил ли я его? Что-то я лупанул. Да не, нормально, целый. Итак, сегодня два целых креста. Отлично. 12.03 почему-то, я думал, это фольга.
обычно этот. Вот такая находочка. Ну что, забираем. Оп. Наконец-то у меня монеточка. Вот она. Сейчас посмотрим, что это. Не монеточка это, а кониночка. Вот. Ладно, ищем дальше. Ну, вижу монетку. Прямо отсюда хорошо советик. Лёх, вот он. Раз. Что это? 10 копеек, что ли? 10 копеек. Пятидесятый. Забираем. Оп. Ну что, вот так в песочке очень удобно копать, когда еще мусора много, неприятно. И вот она монетка, вижу я, пином. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Вот она, вот она, вот она, вот она. Оп. И походу это совет опять. Ну да. Ранний. Поздний какой он тут. Ох. Затертый вообще напрочь. Белончик, что ли, не пойму, что там белый какой-то. Но видно, что совет. РСФСР. А какая монета, я, честно говоря, даже не пойму. Ну ладно, все равно забираем. Оп. Вот он, выскочил. Сегодня у меня советский день. 2 копейки. Даже отсюда видно. 2 копеечки. СССР. 61-й. Ну, забираем. Чуть сегодня издевательство какое-то. Одни советы. Мелочь. Тридцать шестой. О, самый целый монеты. Остальные убитые. Золото партии. Забираем. Оп. Человек обнаруживает эти ценности, это находка. По закону он, этот человек должен известить собственника, если он известен, о том, что эта находка найдена. Вот. И нашедший имеет право получить 20%.